вот начал неплохо, в принципе. А дальше можно будет вырезать. Накачай передний, удар сильнее станет. Ты всегда хочешь меня уколоть. Я это уже заметил не первый раз. Дайте паузу. Вот мы и разогрелись. Друзья, привет! С вами снова «Футбол по венам». Сегодня вы узнаете о том, как держать себя в форме и не заплыть жиром в отпуске для обычных людей и для спортсменов. В этом вопросе нам поможет самый скромный футболист планеты Земля Виталий Буяльский. Виталик пришел с футбольным мячом, который мы сегодня, друзья, разыграем в конце нашей тренировки. Сегодняшняя наша тренировка будет раскрывать тему, нужно ли готовиться во время отпуска к сборам. Ну, я считаю, что нужно. Сейчас мы проверим. Ты не переживай, зараз ты пропутеешься. Погнали. Для нашей тренировки нужно будет фитбол и резиновый жгут. Начинаем. Разминка. Она включает в себя 4 упражнения. Начинаем первое. Jumping jack 50 раз. Задача нашей сегодняшней разминки заключается в том, чтобы завести немножко организм, повысить наш пульс, подготовить самую важную часть нашу, это мышцы кора, в последующей работе. Хорошо, переходим на пресс. Одна нога вверх, носки натянуты, погнали. Две руки тянутся к носку. По 15 раз на каждую ногу. Руки прямые идут назад, как бы растягивая мышцы брюшного пресса. Выдох вверх. Ты дышишь? Да. Да? Просто легкое упражнение. Это же разминочка. Мое мнение по поводу тренировок в отпуске. Желательно первых дней 5 дать полное восстановление, потом включаться немножко в работу, 50-60 минутные тренировки. Через день как раз будет самое то. Кого ты считаешь самым профессиональным спортсменом в своей команде? Кто всегда дорабатывает? Ну, Никита, там, Витя Сенко, Шабан, Сидорчук, Жар, может, в принципе. В принципе, это типа не так часто? Ну, не так часто, но то, что ему надо, он делает. Но я знаю, что... Ну, конечно. Глубокий выдох вверх. Отлично. Ложимся на живот. Третье упражнение. Гиперэкстензия. Прямые руки перед собой. Ладони смотрят друг на друга. Да. Носки смотрят вниз. И работаем по диагонали. Работаем 40 раз. Голова смотрит вниз. То же самое. Синхронность. Правая рука, левая нога. Левая рука, правая нога. Хорошо работает поясница. Отлично. И сразу же с этого положения становимся планка на локте. Немного округляем поясницу. Так, чтобы наша нагрузка не смещалась на поясничный отдел, а больше чувствовалась пресс. Еще больше кружились. Вот так. Вот отлично. Стоим так 20 секунд и начинаем после этого поднимать прямые ноги вверх. Начинаем по очереди. Раз. 20 подъемов. Высоко не поднимаем. Главная задача в этом упражнении – удерживать ровную линию тела. Часто слышу, нужно держать ниже поясницу, ниже таз. Это немного опасно, особенно для начинающих. Это может привести к травме. И снова же не забывай дышать. Только не говори, что снова легко. Ну не легко, но дышу. Хорошо. Делаем все по кругу, все без отдыха. Таких 3 круга. Дайте паузу. Наша вторая часть – это укрепление мышц-стабилизаторов. Работаем 40 секунд, укрепляем наши квадрицепсы. Слишком низко садиться не надо, то есть чуть выше 90 градусов, потому что если сядем ниже, мы можем потерять наш контроль и почувствовать наши колени. Руки вверх. Да. Когда сам работаешь, когда уже тяжело, не можешь заставить. Думаешь, так, сколько там осталось? 10 секунд, да? Что оно решит? И как говорил Шварц, именно последних 2 повторения решают все. Чуть ниже сядь. Друзья, советую, в принципе, если брать конкретно даже не футболистов, а просто спортсменов игровых видов спорта, это упражнение делать перед каждой тренировкой. 2 подхода по 30, по 40 секунд работа, 30 секунд пауза, и в принципе есть.
идем на задний. И, в принципе, мы более-менее уже подготавливаем себя к последующей нагрузке. Прямые ноги на мяч, можем положить прям пятки на середину мяча. Руки по швам. Одним движением поднимаем таз и подтягиваем их к себе. Подконтрольно от себя. И сразу кладем ногу. Да. Раз, два. Дышим. Не спеши. Самый главный акцент на эксцентрике, на разгибании одной ногой. Никогда не забывайте уделять внимание бицепсам бедра, то есть своим задним. На моей практике футболисты начинают уделять им внимание тогда, когда уже чуть-чуть поздно. Обычно так все делают. Может, из-за того, что футболисты любят, чтобы было, как бы, были красивые ноги, а переднюю часть больше видно, чем заднюю. Удар сильнее. Удар сильнее. Накачай переднюю, удар сильнее станет. Отдыхаем. 40 секунд пауза. И повторяем еще два таких круга. Мой совет после работы на статику над мышцами и стабилизаторами – всегда делать какую-то разбежку. Мы сейчас после третьего круга просто раскидаем ноги, чтобы они сильно не закрепощались. Если вы работаете в зале, то мы обычно взяли бы батут как инвентарь. Но так как мы работаем сегодня на тренировку в домашних условиях, вложим тот же жгут, это наша линия. И мы сейчас будем забегать за жгут и назад выбегать с него. Сделаем таких два подхода, 20 секунд работы, 20 секунд паузы. Обращаем внимание на синхронность рук-ног. Сделай акцент на отведение локтя назад. Больше рук, чаще руками работай. Есть, отдыхай. Супер. Вот мы и разогрелись. Сейчас мы перейдем уже к нашей основной части. Где Рома? Рома, я пришел! Скажите ему, что я здесь. Надеюсь, вы не забыли о том, что кроме футболистов у нас есть очень важный парень, который готовится к своей свадьбе. Правда, мы пока еще ничего не сбросили, но почти сели на шпагат. Максик, все, Макс, вставай. Все, вставай, идем. Давай не будем врать, давай скажем то, что я потерял 6 килограмм. За то время, которое прошло от первой программы, мы уже сбросили сколько? 5? 6? 5,5, но там играется. Погнали! Погнали! Куда бежать? Одна нога вверх, погнали. По 15 раз тянешься к носку. На живот. И сразу же руки, ноги вверх одновременно. 25 раз. Второй круг, сразу же. А ты прикалываешься. Как идет? Это сложно. А сложно было набирать? Не. Как себя чувствуешь? Специально спрашиваешь, как ты себя чувствуешь, в надежде, что я упаду? Рома жировыгонятель. Макс, скажи, у тебя срывы были за это время по питанию? Честно? Да. Да. Одеваем первое упражнение, жгут. Главная задача, это чтобы носки не уходили ни вовнутрь, ни в сторону. Четко смотрит прямо. Ширина ног, ширины плеч соответствует. Садимся в полуприсед. Делаем два шага в сторону, один прыжок. Два шага в сторону, один прыжок. Делаем таких 14 повторений. Второе упражнение. Одно отжимание. Четыре колени к локте. Фу! Давай мы начнем с первого, а третье, четвертое я тебе как бы уже на тебе покажу. Давай, начинаем. Фу, какая-то сложная работа. Наша третья часть будет основана на чередовании групп мышц, чтобы мышцы не сильно закислялись, но мы поддерживали при этом хороший пульс на должном уровне. Пульс у нас где-то сейчас будет
ударов 140, у меня 160 уже, правда, но... Поэтому мы первое упражнение делаем на ноги, второе упражнение мы делаем на верх тела, одно отжимание, 4 колени к локтям. Мягче, мягче ноги выкидывай. Вниз вдох, вверх выдох. Да, 7 повторений. Отлично. Следующее наше упражнение. Подконтрольно. Вперед руки и обратно. Далеко не выводим. Держим пресс. Делаем таких 12 повторений. Вот конкретно еще и в этом упражнении, если мы берем планку, тут нельзя пускать таз слишком низко, потому что поясница может очень сильно перегрузиться. Дышим, дышим. Чувствуешь пресс? Да. И руки. Я тоже. Раз, два, три. Раз, два, три. Сделай паузу вверху и держи ногу. Наклон корпуса чуть вперед. Вот так. И руку чуть вперед. Вот. Вот так мы должны делать каждую фиксацию. Раз, два, три. Не забывай, можешь делать не настолько интенсивно это, но колени выкидывай. Хорошо, пауза. Тяжело сейчас было? Ну, тяжело уже под конец, после под конец, всех, да, упражнений, когда еще на ноги разбежка, плюс еще нужно остановиться. Дышать и еще не ощущать, правильно? Это тяжело, да. Какое у тебя было самое сложное упражнение в карьере? Это когда Пол Купер бежал. Пол Купера? Да. Это когда еще учился в интернате спортивном. У нас была тренировка, где мой Пол Купера бежал. Ты самый счастливый человек, потому что я бегал 2 теста Купера, Виталия Владимировича Крицанова. Нам надо было пробежать 3000 метров за 12 минут, первый тест Купера. Потом у нас было где-то минут 7 пауза, и надо было бежать второй тест Купера. Где-то за 14 минут надо было пробежать. Ну, я, короче, первый еле пробежал вообще, а втором я не помню, что со мной было. А ты читал книгу Виталия Владимировича? Нет, не читал. Ты читал? Нет. Дышишь, дышишь. А в Динамо Киев есть тесты? Ну, теста Купера точно нет. Да нет, такого нет. Есть йо-йо. Йо-йо есть. Вот, кстати, очень крутой тест. Когда бежишь, начинает тяжело быть где-то 7-8 минут. И уже минут 5-6 минут. Ну, ты всегда его проходишь? Ну, в принципе, да, я побегал, там нужно 12-30, это как минимум. Ну, я знаю, что футболисты еще ненавидят тест, это 7 по 50, хотя, в принципе, я к нему спокойно относился. Ну, у нас не было давно этого теста, но я бегал его, в принципе, не тяжело, можно так сказать. Можем сейчас добавить немножко разнообразия. Не вперед-назад работать, а по сторонам, подконтрольно. Только руки работают, вправо-влево. Амплитуда небольшая. Туда-назад, можешь чаще. Вот так. 5, 4, 3, 2, 1. Хорошенькое, да, вот это? Да. Да. Тяжелое упражнение, поэтому я никогда его не делаю. Еще такой один круг. И, в принципе, друзья, мы... закончили. Да, мы закончили тренировку. Мы можем перейти на соревнования. Это сыграем с тобой 2 без бедра. В принципе, я всегда так делаю. Я всегда загоняю сначала футболиста, а потом играю с ним или в теннисбол, и 2 без бедра. Все всегда плюются. Это что ты меня загнал? Но, слушайте, я же не футболист. Я же всего лишь не техничный тренер. Друзья, вот и пришло время разыграть наш мяч от Adidas. Мы сейчас будем с Виталиком играть в всем известную футбольную игру 2 без бедра. Задача сделать обязательных 2 касания, не используя бедра. Мы сыграем до 15. Пишем в комментариях счет. Тот, кто максимально близко будет к точному результату, например, 15-10 в пользу Романа Смедюка, тот выиграет этот мяч. И, пожалуйста, пишем только один раз. Не надо 700 ответов от одного человека. Что, погнали? Да я просто... Я самый сильный в эту игру. 1-0. Нет, давай. Первый не считается. Друзья, если вы хотите быть такими сильными, как Криштиану Роналду, Лука Модрич, Виталий Буяльский, подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео, тренируйтесь, развивайтесь, пишите комментарии. И приходите к Роме. Футбол по венам.
Спасибо, друзья.